Всем привет! Сегодня мы попробуем сделать одну очень колхозную штуку, а именно запустить дом 4, якобы какой-то порт простенький с DOS. Для этого нам, ну мы попробуем, для этого нам нужно все файлы с названием .wat просто скинуть в папку одного мода. Сейчас вот эти вот файлы, которые я выделил, вроде бы все с конфигурацией .wat именно, чтобы было. .bat.exe ни в коем случае не трогайте. Так, видим мы вроде бы все файлы успешно. Теперь нажимаем сюда, я сейчас извлеку их, получается, из этого архива. И посмотрим, что будет, запустится ли данная эмуляция, так сказать, с помощью порта. Так как порт-то предназначен у нас для мобильных устройств, а мы сейчас именно попробуем эту функцию как бы сделать. Смотрите, все вот файлы извлекаются в папку кое-какую, я сейчас ее перемещу тогда. Нажимаем перейти, блин, к извлеченным файлам. И мне кажется, так будет неудобно. Ну ладно. Не. Сейчас. Тогда. Давайте через вот этот вот RAR зайдем. Что у нас тут такое? О! Хорошо. Так. Через архиватор тогда зайду и скину, пожалуй. Так. Ага. Тут у нас файлов, как видите, нету. Просто еще раз. Вот эти файлы вот. Так. Я внимательно смотрю и... Их просто-напросто выделяю. Так, ват. А где еще один файл ват у нас? Так, еще один ват файл. Все файлы ват нужно скопировать. Ага. Где, правильно? Я вроде все правильно копирую. Точняк. Бат файлы нам не нужны. Очень хорошо. Weapons это бат, правильно? Так. Кликаем сюда обзор. А где у нас тут Doom Open Touch папочка? Дельта и какая у нас там? Нет, не сюда, не сюда. Так, очень хорошо. А, в основную все закидываем. Все закидываем в основную папочку. Так, очень хорошо. Просто отлично. Теперь заходим в Delta Touch. Внимательно. Так. О, ни хрена себе. Стоп. А, это получается, это типа запускается? Нифига себе, стоп. Вот, смотрите, у нас есть файл дом 4 ватт. Охренеть. А, все. Я понял. Теперь нам надо именно под папку выбрать. Сейчас мы это сделаем. Это у нас легко делается. Cancel. Нет, нам надо. Блин. Давайте, короче, на холодную скип жмем. Ой, у нас вылетает, видите, вылетает все-таки. Ладно, дом 4 ватт. Так, ну, тогда давайте что-то еще попробуем сделать. Да уж. Sounds. А зачем нам sounds, неизвестно. Давайте тогда запустим через Xeon тоже, да, не подходит. Ну, хорошо. Ладно. Да,
Давайте это запустим. Это запустим. Стоп. Мне кажется ли оно запускается? Или это уже было? Ой, понятно, это Зион. Ну, ладно, блин, капец. Нет, это у нас автоматически, я так понял. Хорошо. Тогда уже давайте это запустим. Может, это наконец-таки запустится или что-то покажет нам. Просто мы не теряем надежды сейчас. Это у нас, я так понял, через все-таки дом, вот эту карту, которую мы ранее юзали. Ну ладно. Давайте жмем Enter. Ой, смотрите-ка, работает. Это я не знаю, как я это сделал. Как... Блин, что-то все пиксельное. Ну, как видите, хоть что-то работает, получается. Просто значит использовать дос. Ладно, выходим. У нас, видимо, не получится это сделать, так как я думаю, движок должен быть другой хотя бы. Порт. Программа для того, чтобы порт закинуть надо. Ну, небо серое какое-то, видите, хорошо выходит, я все понял. Ну, спасибо, что посмотрели, если вам понравилось, то поставьте попытку запустить Doom с систем подобных. Поставьте лайк, все, до свидания. Как видите, невозможно, либо я что-то неправильно сделал, либо можно как-то запустить, но надо поморочиться немножко.